Приветствую вас. В силу ряда причин я не буду читать, не буду зачитывать вопрос. Вот, я думаю, что в нем есть некоторые конфиденциальные моменты, которые должны остаться исключительно для специалистов без оповещения об этом на более широкую аудиторию. А хочется сказать, что э, человеку очень сложно, у человека очень тяжелая э, жизнь. Э, вот, судя по описанию множества психологических прав, проблемы с родителями, э, суды, опыт насилия. Вот. И, в общем-то, как можно понять, такая еще имеет место быть топальная несправедливость, по мнению автора вопроса. А, человек говорит о том, что а, значит несколько десятков психологов, десяток психиатров сейчас на психотерапии. А, может... Может, подсказать пару-тройку причин оставаться в этой жизни. Сможете почувствовать то, что такой человек, я сможете понять. К слову, я учусь на психологическом, и как бы, наверное, это все, что я могу прочитать э, из а, э, неконфиденциального. Ну, понимаете, вы здесь прикладываете на нас как бы ответственность, говоря о том, что подсказать вам пару-тройку причин оставаться в жизни. А психолог не подсказывает причины оставаться в жизни. Если вы хотите поменяться, если вы хотите научиться жить, да, можно помочь. Uh, это вопрос не про то, чтобы почувствовать то, что чувствуете вы. Кстати, а вам это зачем? Это вопрос про то, чтобы вы uh, скорее столкнулись с другой жизнью. И увидели, как бы, что жизнь она не такая, какой вы ее воспринимаете. Что жизнь она многогранна. Uh, также я бы сказал, что у вас имеет место быть тотальное чувство несвободы. Uh, ну и обесценивание, конечно же, себя и окружающих. Плюс, плюс uh, много, понятное дело, боли, много чувств, которые вам нужно прожить. Это не про то, чтобы прочувствовать то, что чувствуете вы. Понять, да, любой психолог может понять. Но есть нюанс. Вы говорите, что у вас несколько десятков психологов. Такое ощущение, что вы не для того, чтобы меняться, идете, а чтобы что-то получить. Вот вы говорите, что сейчас находитесь на психотерапии. Ну супер. А если вы находитесь на психотерапии, то не очень хорошо с точки зрения вашей психотерапии спрашивать кого-то еще, других психологов. Если вы спрашиваете про причины оставаться в жизни. Не ведь указывал свои. Мы можем помочь вам найти эти это причины. Даже не столько причины, сколько более глобальную сторону. Но глобально, мне кажется, что вы считаете, что все, что с вами произошло, вас как-то характеризует. Характеризует негативно. Есть ощущение, что вы себя наказываете. Ну, при подавленной агрессии, в общем и целом, часто бывает аутоагрессия. Вот как бы... Аутоагрессия ваша проявляется в том, что вы описываете. В том числе отношения с абью абьюзером. То есть вот то, как вы описываете свою жизнь, да, ну вот, в принципе, есть ощущение, что вы себя наказываете, что вы себя разрушаете. Вообще-то говоря, такая разрушающая программа, она запускается тогда, когда человек никак не реагирует на какие-то интроекты то есть на то, что поступает ко мне извне. Я не реагирую, но вместе с этим я это принимаю, вместе с этим я с этим пытаюсь бороться и проигрываю. Потому что играю на поле других людей. время. А себя не слышишь? Слышишь. Я жду отследить, вот разочаровываюсь, озлобляюсь, вот, и получаю э, разрешение на -то, то есть обратите внимание, все, что вы описываете, это вот как бы э, с одной стороны. Трагедия ваша лично. Но а с другой-то стороны. У меня нет ощущения, что вы хотите э, как бы научиться жить. Вы просто говорите, подскажите причину. Ну, как бы... Я сама их не нахожу. Так. Да? Подскажите мне. Причина. Ну вот. Вообще я бы сказал, что при таких достаточно острых э суицидальных э проявлениях, да? вам именно психотерапия, ну, может и навредить. А что касается лечения, то его могли подбирать неправильно. Ну вот. Поэтому не совсем понятно, ответ на что вы хотите получить? Если, если ответ на вопрос, каковы причины остаться в жизни, это некорректный вопрос. Сможем ли мы почувствовать то, что чувствует такой человек, как вы? Вряд ли вы чувствуете то, что вы чувствуете. Мы можем лишь отреагировать тем, что чувствуем мы. Понять? Сможем. Только Почему вам важно? Почему вам важно, чтобы поняли, чтобы поняли, вас? Почему вам важно, чтобы почувствовали то, что вы чувствуете? Может быть, потому что вы сами не знаете, что чувствуете, или как-то стыдитесь этого? Вот. Такое ощущение, что вы подтверждения хотите. хотите в том, что я чувствую, я имею право на это, что я чувствую. Имейте. Вам для этого не нужны мы и кто-либо еще. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.